Храм преподобного Серафима Саровского, первого липецкого благочиния, единственный в епархии в честь одного из самых почитаемых русских святых. И в нем всегда много людей. Преподобного Серафима Саровского очень любят верующие. В каждом православном храме можно помолиться образу этого великого угодника Божьего. Его почитали еще при жизни. После смерти святой являл многие чудеса и помогал всем, обращавшимся к нему с богоугодными просьбами. В престольный праздник в храме Серафима Саровского, несмотря на будний день, собралось столько людей, что маленькая церковь не вмещала в себя всех желающих. После литургии настоятель храма протоиерей Сергий Гришин совершил молебен угоднику Божьему. Батюшка Серафим, как его ласково называют люди, был с русским народом в тяжелые для России времена. Его прославили при царственном страстотерпце Николае, а похищенные в советские годы мощи святого обрели в 1991 году. Преподобный Серафим Саровский обладал большим смирением и терпением. Он молился за своих обидчиков, едва не убивших его, и во всем уповал на Бога. Сегодня престольный праздник отмечается в приспособленном для временного богослужения помещении, и липчане очень ждут, когда смогут помолиться в активно строящемся храме святого, любовь к которому велика.